«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. И мы продолжаем говорить об искусстве. Картины маслом. В зале имени Карапаева открылась уникальная передвижная выставка. Она посвящена памяти двух известных художников – Олега Чистякова и Валентины Дефине Кристи. Их творчество развернуто представлено в Центральном доме художника и в Третьяковской галерее. Полсотни работ теперь привезли в Клин. Среди них портреты, пейзажи и натюрморты. Стиль этих художников – русский духовный импрессионизм. Вся уникальность вот работ Валентины Михайловны и весь смысл этой выставки в том, что вы увидите, как свободно и насколько высокое качество было у живописи в советскую эпоху. Развенчать миф о том, что у нас не было никаких достижений в живописном искусстве. На выставке также представлены работы московского художника Алексея Щебалдаева, профессора МГТУ кафедры рисунка и живописи. В свое время он был учеником Чистякова, но при этом талантливо творит в абсолютно разных техниках. Работы Щебалдаева выставлены в музеях Италии, Германии, Венгрии и Франции. Я привез свои, так сказать, первую половину своего творчества, самую свежую работу лет 5, вообще есть работы 30-летней давности. Это пейзажи, немножко портретов, написанных еще в прошлом, страшно сказать, тысячелетии. Выставка порадует клинчан 3 недели. Она открыта с 10 до 18 часов, кроме понедельника и вторника, в выставочном зале Карапаева.